Россия утвердила план борьбы с обогащением преступников. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. Документ опубликован на сайте Кремля. Концепция прописывает два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате группы разработки финансовых мер борьбе с отмыванием денег, ФАТФ. В приоритете – партнерство со странами БРИКС. Также особое внимание Росфинмониторинга будет уделено финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза. Российское законодательство в этой области планируется привести в соответствие со стандартами ФАТФ. Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации. От финансовых компаний потребуют обеспечения применения рискоориентированного подхода в деятельности организаций, самостоятельной оценки рисков и прозрачности финансовых операций. Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью, им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту. Больше важных новостей в TELEGRAEM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.